Вопиющий случай нарушения всех моральных и этических норм поведения произошел в минувшую пятницу. После несанкционированного митинга у памятника Ленина представители КПРФ устроили беспорядки в здании городской администрации. В ходе потасовки пострадал один из сотрудников мэрии Алексей Егоров. Мужчина упал и ударился головой о мраморную лестницу, в результате чего получил серьезную травму и был госпитализирован. Он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи с направительным диагнозом сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, гипертонический криз. В приемном отделении был проведен комплекс диагностических лабораторных исследований. Диагноз был подтвержден. На момент проведения осмотра пациент отказался от госпитализации, но уже дома почувствовал себя хуже. Мужчина был госпитализирован в областную клиническую больницу, где сейчас проходит стационарное лечение. Учитывая то, что у пациента уже была черепно-мозговая травма и пациент страдает гипертонической болезнью, то, конечно, возможно, будут и осложнения. Утром следующего дня прямо с самолета глава региона прибыл в больницу навестить пациента. Сергей Морозов не стал рассуждать о случившемся и делать преждевременные выводы. Потому что произошло, сейчас разбирают все компетентные органы. Я думаю, что будет дана соответствующая юридическая оценка. Споры вокруг резонансного случая не утихают до сих пор. Горожане разделились на два лагеря. Одни сопереживают пострадавшему, другие возмущаются и негодуют. Однако объективную оценку случившемуся могут дать только эксперты. Следственный комитет уже проводит проверку по данному происшествию. По окончании лечения будет назначена и проведена, соответственно, судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда здоровью причиненного потерпевшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение либо о возбуждении уголовного дела, если будет установлено, что это последствия чьих-то действий, либо в отказе возбуждения уголовного дела. А пока идут разбирательства, депутату Госдумы Алексею Куриному направлено официальное обращение от коллег из медицинской палаты Ульяновской области. Члены ассоциации возмущены поведением депутата, который в первую очередь является врачом и должен был оказать пострадавшему помощь. Первое элементарно посмотреть, осмотреть место ушиба, осмотреть его неврологический статус. Это элементарно, это азбучная истина, и мы преподаем это медицинским сестрам. А врач, имеющий квалификации, даже как бы имеющие степень когда-то, ну, пройдя мимо вот так просто, без ответа. Алексей Егоров проходит лечение и идет на поправку, а все следственные действия начнутся после полного его выздоровления. Елена Андреева, Кир Новичков, Георгий Коновалов, новости Ульяновской правды.